на 3-4. В Новосибирске стартовал сезон парковой зарядки. Незнакомые люди собрались в центре города и все вместе занялись гимнастикой. Автор этой методики уверен, совсем не обязательно тратить на красоту сотни тысяч рублей. Можно потратить полчаса времени и получить бодрость духа и грацию. Наш корреспондент Рута Келлер убедилась в этом лично. Мне 80. Чувствую себя на 65, потому что я все время в движении, в спорте. Каждое утро среды они с удовольствием приходят сюда, в Первомайский сквер, за здоровьем, а главное, за общением, которого так не хватает в их возрасте. Проблем стало меньше со здоровьем, к врачам практически не обращаемся. Ходим на гимнастику. Парковую зарядку 13 лет назад придумал Владимир Ефремов. На первое занятие пришли и единицы. Сегодня количество желающих доходит до 100. Но спортсмен пошел дальше. Уникальные упражнения для позвоночника и суставов показывает теперь по всей России. В Санкт-Петербурге у меня где-то процентов на 70 была молодежь в основном. То есть люди, которые работающие в офисах, естественно, не вышли, позанимались гимнастикой, собрались и пошли домой. К раннему пробуждению Тамара Алексеевна давно привыкла. Подъем в 5 утра, час зарядки, потом молитва и бодрость обеспечена на весь день. Говорит, если бы не новосибирский тренер, сидела бы не на траве, а в очереди в поликлинике. Движение, только движение. Если я не буду двигаться, я буду по поликлиникам сидеть. Понимаете? И вечером я с 5 до 6 в хороший солнечный день иду на пляж. Гимнастика на траве продолжится до конца сентября. Прийти может любой желающий. Возрастных ограничений нет. И к тому же совершенно бесплатно. С собой нужно иметь только коврик, гантели и хорошее настроение. Рута Келлер, Ксения Короткевич, новости ОТС.